Сегодняшняя тема. Исследователи проанализировали диету, образ жизни и здоровье более чем 12 тысяч добровольцев. Выяснилось, что у тех участников исследования, в рационе которых присутствовало большое количество трансжиров, гидрогенизированных жиров, содержащихся в кондитерских изделиях промышленного производства и фастфуде, риск развития депрессии увеличился на 48%. Кроме того, результаты исследования подтвердили уже известные данные о том, что чем больше трансжиров употребляет человек, тем выше его шансы на проблемы со здоровьем. Исследователи отмечают, что их работа была проведена на популяции, в которой доля трансжиров в рационе составляет всего 0,4%. Несмотря на это, мы наблюдали увеличение риска развития депрессии почти наполовину, говорят исследователи, а в таких странах, как США, доля трансжиров в рационе достигает 2,5%. Зато результаты предшествующих исследований специалистов из Университета Навары показывают, что оливковое масло – отличное средство для профилактики депрессии. Вы можете купить вечные ссылки за полцены со взломанных сайтов. Именно поэтому ученые рекомендуют исключить из рациона продукты, содержащие трансжиры, маргарины, спреды, печенье и пирожные промышленного производства. Лучше добавить в него нерафинированные растительные масла, богатые полезными веществами. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.